Нет, я понимаю, евреи Баку это было нормальное явление. Но бедуин откуда? Понимаете? Причем это фотография где-то конца 19-го, начала 20-го. Ну, опять-таки, проходили разные караваны и так далее. И вот я эту фотографию подарил администрации отеля Four Seasons. А там же останавливается очень много выходцев с Ближнего Востока. И я им подал такую идею. Говорю, ребята, сделайте хороший пиар. Увеличьте этот снимок. Повесьте его в фойе. И напишите. Бедуины не приходят. Бедуины возвращаются. А так, хороший пиар. Но они, к сожалению, пока что на это дело не клюнули. Но, говоря о месте, где мы сейчас находимся, я опять возвращаюсь к тому самому панорамному снимку. Кстати, если этот снимок по высоте увеличить до формата А3, он вытягивается на 1,60 м. Вот мы начали отсюда, да, проходить. А где мы сейчас? Вот нам сейчас наша малютка найдет, где мы сейчас находимся. Покажи пальчиком. Вот мы начали отсюда идти. Вот идем. И где мы? Умница! Как вас зовут? Фатима. Раунд аплодисментов Фатиме! Фатима очень хорошо ориентируется по старым фотографиям. Поднимайтесь. Идите сюда. Вот сейчас нам Фатимочка покажет своим пальчиком, где мы находимся. Так, начали отсюда. А где мы сейчас? Вот тут, вот, видите? Но это маленький снимок. Сейчас я пытаюсь опять найти большие снимки. Вот там будет это видно более четко. То есть арочный свод, за которым находился еще один караван-сарай. Но вот рядом с этим караван-сараем находилось одно очень важное для дореволюционного Баку заведение. Итак, вот мы начали отсюда. Пришли сюда, вот мы тут, вот это уже видно четче, да? Вот. А дальше, посмотрите, какой помост. Посмотрите, какая длиннющая была пристань. И на то была своя причина, это была таможенная пристань. Здесь находилась царская таможня. Сюда привозился груз из Персии. И царь Абаку уже тогда играл ключевую роль в торговле между Россией и Персией. И поэтому груз, привозимый из Персии, подлежал досмотру. И поэтому нужно было иметь достаточно обширное место для его складирования и необходимой инспекции. Вот царский чиновник приходил и досматривал груз. Когда хотел, взятку брал. А когда за державу было обидно, как Паше из белого солнца пустыни, мог и не брать. Но в Баку брали все. Потому что в Баку никогда не называли взятку взяткой. И никогда не называли мзду мздой. Нет. Этих слов просто не существует в местном лексиконе. Все это заменяет очень солидное, очень хорошее, очень приятное, располагающее слово «хермет». То есть уважение. Уважение. Вот я вам даю взятку. Это я вас уважаю. А вы у меня берете взятку. Это вы меня уважаете. Вот поэтому Аркадий Исаакович Райкин говорил, я тебя уважаю. Ты меня уважаешь. Мы с тобой уважаемые люди. Вот откуда ножки растут. Именно этому удивительному феномену бакинской культуры посвящено целое стихотворение Александра Моисеевича Городницкого, которое так и называется, он не решился это слово перевести. Хермят – это хермят. Стихотворение так и называется – хермят. И разрядка – уважение по-азербайджански. А что, Александр Моисеевич каждый год приезжает. Давайте так вот чуть-чуть сюда отойдем, а то Мерседес не выйдет. Вот так вот переместимся. Сделаем хермят. Мерседес. Вот. Он каждый год приезжает в Баку. Ему организуют бесплатно сцену в театре Рашида Бейбута. Вообще-то это бывшая синагога, так что место очень хорошее. Вход бесплатный, все организуют. И все это делает наш хороший друг Джавид Имамверди. И Александр Моисеевич у него постоянно спрашивает, Джавид, как вам это удается? Вход бесплатный, сцена бесплатная. Александр Моисеевич, ну, понимаете, есть такое понятие «эрмет». В одном месте «эрмет», в другом месте «эрмет». В третьем месте «эрмет». Я ему объяснил, что «эрмет» имеет конкретно. Он говорит, нормально, это Восток. Вот. И у Александра Моисеевича все это мотается на ус.
И Моисеич выдает посвящение Джавиду Имамвердиеву под названием «Хермят». Там, где кружит легкий ветер на бензиновой волне, где недавно о поэте стих слагала Шагане, где задумчивый меняла дарит еврозамонат, и седая внучка Лалы юных пестует внучат, где над городом на крыльях сосны южные парят, мне приятели открыли слово важное — хермят. В том краю, где вечно лето и не знают лютых зим, где горланец минарета голосистый муэдзин, на молитву призывая правоверных мусульман, это слово навсегда я сохраню, как талисман. Здесь оно важнее денег и надежнее, чем нож. Без него здесь ни недели, двух часов не проживешь. Это слово непреложно существует, иншаллах. Без него здесь невозможны ни женитьба, ни дела. Здесь оно первооснова, словно солнце в синеве. Очень жаль, что это слово неизвестно нам в Москве. Александр Моисеевич Городницкий. Вот так. Передам автору. Но Городницким я вас подразвлек. Есениным я вас подразнил. Ага. А лучшего поэта нашей советской эпохи не желаете? Конечно. Маяковский. Кстати, у Маяковского было особое отношение к Баку, знаете. Вот интересно, да? Он и Есенин – это два антипода. Это два совершенно разных полюса. Они недолюбливали друг друга, они соревновались, пикировались и так далее. Но если их что-то объединяет, то их объединяет любовь к Баку. Но тут тоже собачка порылась. Если Есенин в Баку видит Персию, Восток, то для Маяковского Баку это даже не Европа. Это Америка! Вот так! И у него есть два очерка. Причем у него, в отличие от Есенина, есть проза. У Есенина прозы нет. Есенин выражался только в стихах. Поэтому Горький назвал его русским поэтическим органом. А у Маяковского очень неплохая проза. Потому что членом не назвал. Вот. А у Маяковского хорошая проза. Она такая же рубленная. Так и поэзии тоже. Все в интернете. Вот гугольните. Рожденные столицы и Америка в Баку. Вот так. И Маяковский о Баку пишет совершенно откровенно. Люблю я Баку. Есть в нем что-то особенное. Никогда не забывающееся. Лучше всего Баку. Вышки, цистерны. Лучшие духи нефть. А дальше степь. Пустыня даже. Я взялся писать и о Минске, и о Харькове, и о Краснодаре, и о Казани. Но не могу оторваться на коротком расстоянии фельетона от одного Баку. Вот так. И они приезжали в Баку приблизительно одновременно. Ну, Есенин в 23-м, 24-м, 25-м годах, Маяковский до 26-го. А в 26-м году, кстати, по горячим следам бакинского трамвая, который оказался очень востребован, я надеюсь, что его когда-то восстановят к столетию, к 2024 году, в 24-м году электрифицировали Конку. И это так себя оправдало. Бакинский трамвай оказался настолько востребован, что через два года принимают очень интересное решение. Электрифицировать пригородные железнодорожные поезда. И вот так появляется концепция пригородной электрички. Вот так электрифицированные железнодорожные пути соединяют Баку с Сабунчи, селением Сабунчи. И это была первая пригородная электричка в Советском Союзе. Июль 26-го года. Баку. Вторая электричка пойдет из Москвы в Мытищи. Первая у нас, Баку-Сабунчи, вторая Москва-Мытищи, вагоностроительный завод. Но в это время оказывается Маяковский в Баку. И что он пишет? Очерки. Рожденные столицы Америка в Баку. Цитирую. Часов 6 утра протираю глаза. То ли от утра, то ли от необычайности зрелища. Навстречу прогромыхал электропоезд. Огромнейшие чистейшие вагоны поднимали к проводам пары стальных иксов. А это вот Сабунчинский вокзал, построенный под мечеть, кстати. На таких же электропоездах возили меня вагоны под Нью-Йорком. О! А дальше ощупью, понаслышке, бакинцы конструировали машины, стоящие по Америке. А когда дорвались до американских, поняли, что наврали мало, а кое в чем превзошли свои стальные идеалы. Два очерка. Америка в Баку, рожденные столицы. Но Маяковский не был бы Маяковским,
если бы он не написал что-то в стихах. Вот мне иногда кажется, что можно собрать все персидские мотивы Есенина на одну чашу весов, а это под 30 стихов цикл. Это много, это красиво, это безумно. А вот на другую чашу весов так небрежно. Бросьте Баку Маяковского. И Маяковский перевесил. Потому что в одном стихотворении весь Владимир Владимирович, вот вся его вот эта вот черно-белая контрастность, не в бровь, а в глаз, и все в одном стихотворении. Баку, город ветра, песок плюет в глаза. Баку, город пожаров, полыхание балахан. Баку, листья копоть, ветки провода. Баку, ручьи, чернила нефти. Баку, плосковерхие дома, горбоносые люди. Баку, никто не селится ради веселья. Баку, жирное пятно в пиджаке мира. Баку, резервуар грязи. Но к тебе тянусь я любовью большей, чем притягивает дервиша Тибет Мекка правоверному. Иерусалим православным на богомолье. По тебе машинами вздыхают миллиарды поршней колес. Поцелуют и опять целуют, не стихая. Маслом, жирно, нефтью и в засос. Воле города противостоять не смея, цепью сцепеневших тел льнут к Баку покорно даже змеи извивающихся цистерн. Если в будущее крепко верится, это от того, что до краев изливается столицам в сердце черная, бакинская, густая кровь. В одном стихотворении весь Владимир Владимирович. И тут уже, конечно, Есенину с ним сложно будет состязаться. Хотя у них разные весовые категории, разная стилистика, разные амплуа, но объединяет их Баку. И вот сейчас мы с вами обойдем вот эту вот усейновскую сталинку, и уже оттуда, через нее мы зайдем вовнутрь крепости, и вот там вы увидите тот кусочек сохранившейся крепостной стены со стороны моря. И мы поймем, где проходила береговая линия в 1860-е годы. Но сейчас давайте так аккуратненько обойдем это здание. Кстати, после того, как снесли эту пристань, здесь было построено одноэтажное здание Бакинской таможни. Вот на месте этого дома в дореволюционное время, но уже в более поздний период, было уже отдельно стоящее здание Бакинской таможни, отчего находящаяся через дорогу пристань называлась Таможенная пристань. Именно на Таможенной пристани, а вместе с ней еще и на рядом стоящей Каменной пристани, в 15-м году будут построены ангары, брезентовые ангары, из которых до 1918 года будут вылетать гидропланы. Каково? Авиация в мировом масштабе делала первые робкие шаги, а над Баку с 15 по 18 годы кружатся гидропланы. Их называли летающими лодками, потому что в Первую мировую войну Российская империя решает атаковать немецкие суда с воздуха. Очень креативно. А легче всего это было делать гидропланами. Открывают школу в Петербурге. Гутуевская офицерская школа морской авиации. И что? Обнаруживают, что в ноябре школу надо закрывать, а открываться она будет только в апреле. Навигация закрывается. Начинают искать альтернативный порт с незамерзающей водой, со всеми необходимыми условиями. Бакинский порт уже в 1907 году по грузообороту в полтора раза превосходил порт Санкт-Петербурга. И в два раза порты Одессы и Риги. За счет вывоза нефти и транзитной торговли с Ираном. И вот в Баку, на той самой таможенной пристани, вот мы сейчас находимся здесь, строятся два ангара, а рядом, там, где сейчас яхт-клуб, на Каменной пристани, 5 ангаров. И 22 ноября 1915 года из ангаров выкатывают первые гидропланы. И они взмывают с моря воздух. Их назовут короли моря и воздуха. Каково, а? И вот эти гидропланы будут кружить над Баку до 18 года. Но Российская империя рухнула в 17-м. А в 18-м к власти приходит печально известная Бакинская коммуна во главе с Шаумяном. Это вообще была клика
которая в Баку учинила жуткую резню, о которой Деникин писал: большевистский переворот в Баку сопровождался неслыханными зверствами. Когда Шаумян провокационно обстрелял конный разъезд красноармейцев, представил это как антисоветский мятеж, который надо подавить силой оружия. Но какого большевистского? И вот так он стравливает вначале большевиков с азербайджанцами. Большевики начинают утюжить мусульманские кварталы города. И когда они подавляют азербайджанцев, в дело подавления, как всегда, присоединяются армяне. И все это приобретает характер откровенной этнической резни. Вот в момент этой большевистской дашнакской вакханалии в марте 18 года единственной точкой на карте Баку, которую большевики не контролировали, была Бошма. Бакинская офицерская школа морской авиации. Потому что персонал школы — это была русская военная элита. Это были летчики, гидропланеристы, это были люди, сохранявшие верность присяге, даже после того, как Николай II отрекся. И когда большевики попытались было ими овладеть, им четко дали понять, что школа соблюдает полный нейтралитет, располагает достаточным количеством гидропланов, горючего и бомб для нанесения ударов по большевикам в любой части города, если те попытаются школу взять. Большевики, разумеется, отступили. А вот когда большевиков и дашнаков свергнут, и в Баку придет корпус английского генерала Лайонела Денстервилля для того, чтобы удержать город от наступающих частей Кавказско-Исламского корпуса Нурупаши. Вот он, генерал Денстервиль. Кстати, школьный друг Рудьярда Киплинга, с которого писался образ Сталки. Вот он приезжает в Баку. Большевиков свергли. Здесь диктатура Центрокаспия. Армяно-эсеровская, меньшевистская такая. Вот. А к городу уже подходят войска 36-летнего генерала Нурупаши Киллигиля, у которого артиллерией командовал Алиага Шихлинский, герой русско-японской и Первой мировой войн. Вот. И вот те самые армяне, которые при помощи большевиков резали мирное мусульманское население, первыми бегут, заслышав пушки Кавказского исламского корпуса. А тысячный корпус генерала Денстервилля не может удержать наступающую 14-тысячную армию. Вот в этот момент летчики-гидропланеристы Бакинской офицерской школы морской авиации, памятуя о союзных отношениях с Англией и противостоянии с Османской Турцией, облетают турецко-азербайджанские позиции. Но англичане удержать город не смогли. Нурупаша с его кавказским исламским корпусом победоносно входит в Баку. И в этот момент генерал Денстервиль эвакуируется из города на теплоходе под названием «Армянин». Очень символическое название. И увозит с собой весь персонал школы морской авиации. А летчики-гидропланеристы, чтобы гидропланы, ангары и прочее не достались неприятелю, сами сжигаются. Два более совершенных гидроплана французской фирмы «Форман» поднимаются в воздух, чтобы долететь до Красноводска. Павел Депп и Николай Огородников — долетит только один. Огородников, Депп погибнет, а долетевший побьет рекорд перелета Каспия с запада на восток, а школа прекратит свое существование. И вот когда мне удалось обнаружить фотографии этих ангаров в Государственном архиве кинофотодокументов, первой моей аудиторией были мои родители. Потому что в советское время, разумеется, ничего этого не восстанавливалось. Советский принцип: с глаз долой и сердце вон. Вот так. А вот такая вот была в Баку школа морской авиации. Кстати, благодаря этой школе Баку получил уникальнейшее аэрофото наследие. Вот как вы думаете, откуда мог быть сделан этот снимок? Ну откуда? Flame Towers вам такого вида не создаст. Этот снимок сделан с гидроплана. Вот этим вот летчиком Виктором Корвином Кербером. Потому что летчики-гидропланеристы одним из элементов своего обучения имели производство аэрофотосъемки. Вот облетая Баку каждый день на очень небольшой высоте, почти на бреющем полете, они город щелкали. И вот таким образом создается потрясающая коллекция аэрофотоснимков. Вот какой европейский город в то время мог таким похвастаться? А? Баку с высоты птичьего полета. Видите? И представляете, как четко виден муравейник крепости, а за ним, как по линеечке, проложенный город нефтяного бума. Вот это есть тот самый знаменитый город Али и Нино. Героев потрясающего романа. История любви азербайджанского бека к грузинской княжне. Любовный треугольник завершает армянин, куда же без них. Наиболее вероятный автор повествования — еврей Лев Нюсенбаум.
Место действия Баку, хотя география распространяется от Дагестана на севере до Ирана на юго, от Генджи и Тифлиса на западе до Карабаха на юго-западе и так далее. Но основное место действия Баку, время 1909-1920 годы. Российская империя, здесь все кажется незыблемо. Первая мировая война, которая до Баку вообще так доходит отдаленно. Но затем рушится империя, на ее обломках вот вся эта резня этническая. Англичане, турки, потом опять англичане. Потом нестабильный период Первой Республики и приход 11-й Красной Армии ставит жирную точку на все. И вот это десятилетие, очень таких богатых, богатое событиями, оно спрессовано в человеческие судьбы. И вот в описании героя романа Баку предстает совершенно удивительно. Али пишет: «Сумерки набросили на Баку свой синий полог, и в наступающей темноте город напоминал зверя, попавшегося в засаду, приготовившегося то ли к прыжку, то ли к игре». Вот не знаю, что ожидается. В действительности в Баку было два города в одном. Как ядро в скорлупе ореха. Посмотрите, ядро крепости в скорлупе вне крепостной части города. За старой крепостной стеной, пишет Али, начинался внешний европейский город с его прямыми и широкими улицами, высокими и красивыми зданиями, шумными и жадными до денег людьми. Все как сейчас. Этот внешний город был построен благодаря нефти, которая добывалась в нашей пустыне и приносила огромные богатства. Там, за крепостной стеной, находились школы, театры, больницы, библиотеки, казино, кафе-шантаны, красивые женщины с оголенными плечами. Перестрелка, случавшаяся за крепостной стеной, происходила всегда из-за денег. Географическая граница Европы начиналась за крепостной стеной в Баку. Но на востоке есть всегда одно «но», который всегда все перевернет. Но именно там, за крепостной стеной, жила Ниноки Пиани. А Ниноки Пиани была самая красивая девочка в мире. И мы не спорим, потому что с влюбленными не спорим. Вот Нино живет за крепостной стеной, все. Эта часть города имеет право на существование. А вот внутри крепостных стен, где живет Али, улицы извивались, как восточные кинжалы. А минареты, так не похожие на уродливые нобелевские вышки, упирались в спокойную линию луны. И если перестрелка случалась внутри крепостных стен, то причиной тому всегда была честь. Чувствуете разницу? Тут деньги, а здесь честь. И вот Али и Нино живут, казалось бы, в одном географическом пространстве, в городе Баку. Но она живет за крепостной стеной в Европе, он живет внутри крепостных стен в Азии. А вот два этих полярных мира объединяет великое чувство – любовь. Так что Баку времен Али и Нино – это Европа и Азия, объединенные узами любви. Ибо иного модуса вивенди человечество не придумало. А Баку времен Российской империи представлял ту самую модель, где Восток и Запад жили рядом, и никто никому не мешал. Это вам не Киплинг. Восток – это Восток, Запад – это Запад. Им никогда не быть вместе. В Баку их объединяет вот эта вот удивительная история Али и Нино. И вот сейчас мы с вами вновь заходим в ту часть города, где проживал Али. Наш сегодняшний тур, в принципе, полностью посвящен именно этой части города. Это для того, чтобы весь следующий тур мы посвятили городу за пределами крепостных стен, где жила Нино. И вот именно там мы сейчас с вами увидим остаток той самой крепостной стены со стороны моря. А заодно, когда будете проходить, посмотрите на теннисный корт. Он сейчас пустует. Когда здесь был ангар, там летали гидропланы. А теннисный корт почему-то всегда пустует. Но эти ангары находились на месте теннисного корта через дорогу от нас.